Вокруг здания Верховного суда США вырос палаточный город. Со всей страны туда приехали сторонники и противники легализации однополых браков. Этот вопрос решается в масштабах всей страны. Пока американские гей-пары могут создавать семью только в нескольких штатах. Верховный суд обсуждает поправки к федеральному закону. Елена Наркунита рассуждает, ждет ли институт семьи радужное будущее. Радугу над Верховным судом США пока так никто и не увидел. Ни сторонники однополых браков, ни их противники, которые второй день подряд собираются на площади напротив здания, где, как говорят, проходят исторические слушания. Сегодня 9 судей рассматривают вопрос о конституционности федерального закона от 96 года о защите брака. Он представляет его как союз исключительно мужчины и женщины. К тому же в законе есть статья, которая запрещает любые льготы для однополых супружеских пар. Традиционному браку уже тысячи лет. Однополые браки – это новое для нас. Помнится, впервые они были легализованы в Нидерландах в 2000 году. И пока у нас очень мало сведений о последствиях. Уже известны и другие. И подробности заседания. Так один из судей сравнил слушание с плаванием по неизведанным морям. А его коллеги и вовсе выразили сомнение, что такой иск, как из Калифорнии, вообще подлежит рассмотрению в Верховном суде. Хотя вчера речь шла именно о нем. В 2008 году в Калифорнии избиратели на референдуме одобрили так называемое предложение номер 8. Эта поправка к закону запретила однополые браки в штате, где до этого было зарегистрировано 18 тысяч таких союзов. Мы верим, что предложение номер 8 является конституционным. Вопрос о браках должны решать люди, а не судьи. Представители сексуальных меньшинств, защищая право на брак, впервые дошли до высшей судебной инстанции США. Согласно исследованиям, около 5% американцев сейчас считают себя гомосексуалистами. Однако только в 9 из 50 штатов страны однополые браки признают юридически. Сэнди и я с нетерпением ждем наступления дня, когда мы сможем отпраздновать свою свадьбу вместе с 4 нашими детьми. Общественный интерес к этим слушаниям действительно велик. Чтобы попасть в здание Верховного суда, американцы простояли в очередях несколько дней. Как пишут местные таблоиды, так поступила, например, двоюродная сестра одного из судей, Джона Робертса. Она не скрывает своей сексуальной ориентации. Пришли поддержать родители и братья Перри. Именно эта нетрадиционная семья инициировала громкое судебное разбирательство. Я хочу сказать от себя и своего брата-близнеца, что мы очень гордимся своими родителями, мы любим их. Мы любим свою семью и хотим, чтобы мы были уравнены в правах с другими семьями, которые живут в нашей округе. 40 тысяч калифорнийских детей живут в однополых семьях, и они хотят, чтобы их родители получили легальный статус как супруги. Мне кажется, что мнение этих детей очень важно для нас. А вы что думаете? Верховный суд может принять абсолютно любое решение, даже разрешить однополые браки во всех штатах Северной Америки. Но пока, по мнению экспертов, коллегия судей не склонна создавать прецедент. Несмотря на результаты общественных опросов, которые показывают, большинство американцев за нетрадиционные союзы. Идею таких супружеских пар поддерживает Барак Обама и его администрация. Хиллари Клинтон публично одобрила это. Даже некоторые сенаторы-республиканцы высказались за. В любом случае, судьбоносное решение Верховный суд объявит не раньше июня. Елена Наркунайте, Ирина Бархалова, Мария Гордеева, Пятый канал.